Привет, друзья! С Мишей собрались выйти на две ночи на охоту в избушку. Взяли собачку с собой. Фабаль, поздоровайся с ребятами. Так, все тут гаджеты у нас приводятся в действие. Ты на рюкзак там не давай это, не иди. Блядь, нассал. Обоссал рюкзак, блядь. Вот это мой Митя. Вот ты урод, а! Ну ладно, что теперь делать-то? Окропил святой водой. Ладно, будем включаться иногда. Сегодня погодка такая не очень, завтра тоже не очень. По прогнозу. Но надеемся на то, что прогнозы не сбудутся. Идем сегодня, поснимаем быт. Миша поснимает свои кулинарные возможности, способности. Если будет из чего кулинарить. Так что прогуляйтесь вместе с нами. Может быть, будет что-то интересное. Такая вот нелегкая доля у охотников. Перебираемся через лесные ручьи. На, Миш, вон там по траве. Тут он, наверное. Там хотя бы льда нету подо льдом, видно, что делается. Ручьи бегут. Ой-ой. Как весной. Ну это последняя преграда на пути к избушке. Ой-ой-ой. Повело, повело. Уходим на две ночи. Завтра к вечеру обещают погоду более-менее нормально. Хочется уже, чтобы все замерзло, немножко снега. Собачка где-то впереди семенит у нас. Может, зайчика он, есть у него порог такой, за зайца не побегать. 210 метров собак. Он за зайцем точно, ой, Миша, он точно за зайцем пошел? Да? Угу. А хотя хер его знает. Впереди не видишь его? Нет, вперед показывает. Ну ладно. Может, по дороге. А не, вот. Нет, не его след-то. Ну ладно, пойдем. Это норка ходила. Давненько, правда. Подходим, друзья, к избушке. Еле добрались. Ой, закинула. Здорово, Миша. Продуктов много несем. Вот она. Здравствуй, избушка матушка. Здравствуй, дорогая. Я опять пришел. Встречай гостей. Я иду к тебе в гости. Олег окна на зиму закрыл, чтобы не заметало снегом. Соболюшка-кобелюшка, а тебе? Тебе только под избушку. Фу, добрались. Слава Богу. Слава Богу, добрались. О. Где Михаил-то Геннадьевич? Понятно. Тут нам на дрыжки все поприбрать будет. Фу. Прибраться на работу. Дровишки поколоть. Сейчас Миша печку затопит. Сейчас я его поспал, бляха, не так как-то плечо болит. Вообще ужас. Ух ты, какая избушка достала. На зиму закрыл, снега не наметал.
Ладно. Учимся чуть-чуть. Да. Поменялось отлично. Лавочка туда, и что? Летняя спальня. Мало ли, если жарко так. Да. Так получается. Ну, за этого. Запотело, кто-то там надышал, напердел. Ну как? Ну ничего, ничего. Нам сегодня надо брюшек поколоть. Ты можешь залезть под избушку, да? Залезешь. Выдохнешь и залезешь. Уже быт, я гляжу, уделан. Ну что, ребят, ужин у нас с Мишей. Миша приготовил такой супчик со шкварками. У нас тепло, хорошо, уютно. В нашей, как бы сказать, бунгало. Бунгале, да. Очень хорошо. Сидим, отдыхаем. Время 6 вечера, 18:00. А за окошком уже ничего не видно. Темно, и дождь идет, да, так прохладненько. Мы немножко выпили соку, поэтому не обессудьте. Хорошо, молодец. Рекомендую вам бросать свои теплые диваны, уходить в тайгу. Такие же избушки. Да, такие же избушки. Покажи супчик мужикам. Но если вы находитесь на диване, рекомендую налить себе рюмочку под супчик. Или приходите к нам в гости, у нас еще есть. Да. Приготовили суп на сегодня, на завтра. Зудочка играет на свете, как все. Хорошо. Отдыхаем просто отлично. Да. Рекомендую. Бросайте город, приезжайте в тайгу. Да. Второй день охоты. Идем с собачкой и с Мишей. Пошарахаться по лесу. За ночь весь снег растаял. Поливал всю ночь дождь. Утром мы занимались хозяйственными работами. Малость отходили от вчерашней пьянки. Не пили вчера. Сейчас пошли прогуляться. Собачка вчера гоняла лося. Лося видела только она. Да. Здесь мы лося бить не будем, далеко. Вывозить его никак отсюда не вывезешь. Не на чем пока. Надо клячу. За ночь столько снегу сошло. Вообще от таз. Сегодня к вечеру заморозок обещают. Завтра вроде до минус 1-2. Идем гуляем. Не спеша. Что будет интересно, включусь. Так, ребят, смотри, какие места красивые. Тут раньше была деревня. Крутые лага. Сейчас мы с Мишей придем, посмотрим ее там. Теперь тут только лосиные рога. Крутые лага деревня называлась. Вымерла очень давно, еще до 90-х годов. Точно не могу сказать время. Ну, до 90-х годов. Сейчас мы зайдем в саму деревню. Ну, ребят, на том берегу была деревня. Крутые лага. А тут бобринная запруда. Сейчас пройдем по ней вверх немножко. Смотри, что как напилили, да?
дам Мише испытать карабин «Тигр», за 100 шагов будет стрелять вот по этому чану железному. Ящик железный пилили, пытались вывести, но не получилось, походу, ни у кого. Резали его. Пошли, Соболь, а то прихлестнет тебя Миша. Миша испытывает мой карабин «Тигр». Видно ли? Да, все, 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 молодец. Да, молодец. Да, все, все, Соболев, все. Не ругайся. Не дергай тяна. Нет. Все равно стрелять, да? Да. Соболь. Не мешай. Ты так нахуй не видишь. Иди сюда. Вот отсюда лучше, наверное, видно, Миша. Вот отсюда, наверное, лучше ее видно. Палец на курке так не держи. Вот отсюда. Ты не думаешь, что он упадет? Он не упадет. Идем посмотрим. Упадет. Шло-то туда, Миша, куда надо. Миша занизил немножко. Вот он. Быстро. Так вот, ребята. Тут старая избушка. Избушка не наша. Охотника уже нет в живых. Давненько. Такая вот избенка. Стреляли сейчас по глухарю, стрелял я далековато, промазал. Сейчас покажем хозяйство тутошнее. Вот такая вот избушка. Была она срублена. Тут деревня рядом. Из половых досок. Соболь что там ковыряет, наверное, мышей ищет. Наверное, мыша нашел Соболек. Точно, мыша нашел. Вот такая вот избень. Лопатка тут. Покосилась она уже так прилично. На этот бок. Котел тут какой-то, ведра. Крыша уже у нее худая. Скоро, наверное, крыша кирдык будет. А крыша побежит все. Дело на смарку. Такая вот избеночка. Че, поедим, Миш? Доставай, у тебя есть бата. Такое бунгало. Первый раз мы ее нашли, наверное, года 3 назад, да? Случайно наткнулись. Умывальник какой интересный, старинный, смотри. Прикольный какой. Не старинный. Вот ведро вон там, старинное лежит. Да. Ведро, да, деревянное. Деревянная шайка. Что, ребята, третий день уходим. Погода дрянь. Уходим из избы. Ночевали две ночи. Отдохнули отлично. Соболюшка тоже хорошо отдохнул. Вчера вечером бежал за лосями. Так думали, его и не это самое, не перехватить будет. Поэтому сегодня идет на привид. Да. Ладно. Может быть, включись еще по дороге, если что будет интересно. Давайте. Всем удачи.